Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это программа «Актуальный разговор». С вами Айнур Зинатулин. Здравствуйте. Тема на сегодня – социальные лифты для молодых. С телефона прямого эфира прежние. 8 800 532 55 и 511 99 66. И сегодня у нас в гостях эксперт по этой теме. Это Динар Бариев, руководитель молодой гвардии Республики Татарстан. Динар, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Динар, ну вот начнем с базовых вопросов, да, чтобы сразу как по определению. Что такое социальные лифты? Для меня вообще в целом социальный лифт – это то понятие, в котором молодежь вкладывает, как она может себя реализовать. Потому что в любом случае, как каждый из нас ищет себя, он пытается где-то себя найти, и рано или поздно, помимо обыденных интересов, будь то общение с друзьями, учеба там, либо другое, он всегда хочет куда-то развиваться дальше. И, конечно, он сталкивается с тем, что я хочу куда-то развиваться, и вот такой есть понятийный аппарат «Социальный лифт», который как раз-таки дает возможность молодежи, участвуя в разных формах, реализовать себя и тем самым как раз получить возможность своего карьерного роста. То есть это получается, они закрывают вопрос карьеры, вопрос с некой движухой, да, так да, называют? Да, это человек понимает то, что вот уже что он для себя находит, потому что рано или поздно, когда ты действительно там отучился или во время учебы, ты хочешь развиваться дальше. Конечно, у каждого есть амбиции свои, кто-то хочет найти трудоустройство, и он хочет понимать то, что действительно государство ему такую возможность дает через разные программы, через разные формы, и действительно человек может себя в этом найти. Отлично, хорошо. А получается, вот этот механизм, я тоже подготовился к программе и прочитал, то, что социальные лифты в принципе, да, в принципе в мире это как некая такая смена элит, да, но в нашем случае это получается социальный лифт, это некая дверь, а уже дальше, как ты будешь развиваться, уже от тебя зависит. Это, я соглашусь и с первым вашим тезисом, и со вторым, на самом деле, это и карьерный рост, и это, конечно, смена элит, потому что в любом случае, и в том числе наша республика, заинтересована в наших молодых кадрах, молодых талантах, которые, непосредственно пройдя и живя в республике Татарстан, могут себя реализовать, и действительно, возможно, не там, где-то там в фильмах, увидев то, что действительно ты такой классный, открытый, и ты можешь там благодаря своим идеям чего-то достичь, то, конечно, это в республике есть такая возможность, если ты действительно человек, который готов предлагать, который готов действительно делать, работать и 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то такую возможность дает. Но помимо этого, это, конечно же, дверь. То есть это возможность, которую в том числе предоставляют. И как этой возможностью воспользуется каждый из нас, сам определяет уже для себя. Зависит от человека. Понятно. А как этот механизм реализуется сейчас на данный момент в республике? Ну, в целом, если рассматривать вообще молодежную политику нашей республики Татарстан, то есть разные формы. А есть общественные организации, много разных, разноплановых, будь то студенческие, будь то спортивные, творческие, научные, куда молодой человек может прийти и, соответственно, вообще найти себя. Потому что он действительно понимает, кто-то иногда есть просто ребята, которые хотят влиться в общественную деятельность. Будь то через студенческие советы они к этому приходят или общественные организации. А бывают люди, которые уже целенаправленно себя в каком-то конкретном направлении видят, и они уже для себя выбирают какую-то стопроцентную конкретику. Условно, если, например, я хочу стать там управленцем, то есть такие программы, как кадровый резерв. То есть управленцы – это кадровый резерв, да? Да, конечно. То есть люди развивают свои компетенции, они понимают то, что даже вот по названию кадровый резерв Республики Татарстан как раз и формируется для того, чтобы ребята могли бы вплотную познакомиться, как работают органы государственной власти в нашей республике. А можно вот буквально коротко, вот там, в чем суть этого кадрового резерва? Молодой человек регистрируется, проходит конкурсные процедуры и, соответственно, уже развивает свои конкретные компетенции. И по итогам, если он уже становится победителем, он получает возможность прохождения стажировок в разных органах государственной власти, соответственно, по своим направлениям. И бывают прецеденты, вот, например, даже в прошлом году, когда действительно человек, который принял участие, он уже целенаправленно выбрал для себя там Министерство информатизации и, соответственно, уже пошел дальше. То есть он пришел в проект, его заметили, он получил стажировку и в дальнейшем трудоустройство. И, соответственно, уже человек как бы устраивает свою карьерную лестницу. Вот. И, соответственно, это вот как бы вот общественные организации. Есть проекты, вот в том числе как кадровый резерв, разные существуют в нашей республике Татарстан, куда человек может прийти. И если, например, даже рассматривать это такого проекта, например, как «Студент года», это вот, казалось бы, вроде такое, как бы, ну, как мистер или мисс, но тем не менее, а благодаря поддержке там нашего президента Рустама Нургалиевича Миниханова, ежегодно победитель в номинации «Гран-при» получает возможность обучения в любом вузе мира. И это тоже как раз социальный лифт. Да, социальный, то есть, конечно, да, я хочу быть активным, потому что мне интересно, я понимаю то, что мне дает республика, но ты тоже должен понимать то, что если более 250 тысяч студентов, то студент года он всего лишь один. И ты как раз-таки понимаешь, сколько тебе в течение года нужно приложить усилий, но это, конечно, для чего? Для такой большой цели, как получить возможность обучения в любом вузе мира. Что, в принципе, на такой открытый, бесплатный конкурс на основе, мне кажется, на самом деле, очень заманчивое предложение, о котором важно знать и, соответственно, к этому стремиться. Ну и, конечно,
интересно, если, например, это всевозможные конкурсы по поддержке идей, проектов своих. И, соответственно, если, например, ты не хочешь в какую-то общественную организацию вступать, потому что, ну, в принципе, ты считаешь себя уникальным, ты считаешь то, что ты можешь сам быть создателем такого направления, то, конечно, через различные конкурсные поддержки, как в нашей республике, так и на уровне России, ты можешь подать и, соответственно, получить поддержку на реализации своей собственной идеи и стать уже как бы тем человеком, который, возможно, сам уже будут создавать социальные лифты, в том числе и для молодежи. То есть, если так резюмировать, да, если ты хочешь быть, если ты хочешь все 5 лет провести как-то очень весело, задорно, да, постоянно быть дежухи, то тебе нужно идти больше в общественную организацию. Если ты хочешь, конечно, если хочешь больше развить свой некий такой потенциал, то в кадры резерв. А если, допустим, ты хочешь, допустим, реализоваться, не знаю, там, как политик, да, то вот как, есть какие-то социальные лифты в Татарстане? Конечно, есть несколько общественных организаций, которые в этом направлении работают. И вот в прошлом году молодежное правительство, которое в нашей республике тоже сформировалось. Молодежное правительство? Да. И это на сегодняшний день получается, вот если есть такой взрослый кабинет министров республики Татарстан, то теперь у каждого министерства есть свой молодежный помощник, который как раз-таки является человеком, вот таким диалог между министерством, министром и молодежью, такой голос молодых. И, соответственно, получается так, то, что действительно человек, который может прийти также на конкурсной основе, что, безусловно, то есть формируются заявки, у каждого есть возможность подать и, соответственно, себя в этом проявить и уже более конкретно в разных вариациях участвовать. Государственный совет Республики Татарстан. Есть общественно-молодежная палата при Государственном совете. Если у нашего Государственного совета основная как раз законотворческая деятельность, то мы понимаем то, что действительно те ребята, которые так или иначе хотят как-то изменить жизнь в нашей республике, и они готовы конструктивно предлагать пути решения, соответственно, какие-то свои законотворческие идеи, то, конечно, эти люди могут себя так попробовать в общественно-молодежной палате. И причем это возможность не только для столицы, а также для всех муниципальных районов нашей республики, муниципальных образований, потому что на сегодняшний момент во всех, ну, в общественном молодежной палате представлены все муниципальные образования нашей республики. Это, безусловно, конечно, и разные проекты, общественно-политический проект «Политзавод», в том числе, который такую возможность дает. И вот буквально сегодня было открытие данного проекта, где как раз уже вот у нас есть такая тенденция, то, что вот если в 2015 году 500 человек, в 2016 700, то в этом году уже свыше 900 человек. Это заявки, просто это люди, которые хотят принять участие. И на сегодняшний момент как раз люди приходят, у них есть возможность... А что это за люди? Что это за люди? Кто? Это абсолютно разные люди, то есть, которые приходят на сегодняшний момент через современные технологии, через социальные сети, то есть, которые просто увидели заявку и, условно, видят политзавод, молодежь, политику. Ему интересно, он увидел лозунг, он увидел призыв, соответственно, он регистрируется, он приходит. И приходят абсолютно разные люди, которые вообще говорят, условно, там, добрый день, меня зовут, там, условно, Динар, также мне 18 лет, я студент, и я вообще, ну, как бы хочу узнать, как вообще устроена политическая система нашей республики, как устроена наша страна, потому что я хочу действительно дальше стать политиком. Или приходят ребята, которые говорят, что мне уже 25 лет, я работаю на предприятии, я действительно понимаю, что вот уже сейчас я хочу либо в какой-то конкретной области, у него есть идеи, предложения развиваться, и, соответственно, вот уже сейчас я созрел. Ну и, конечно, в любом случае это приходят те люди, которые уже имеют какой-то опыт, они могут быть уже начальниками, там, помощниками депутата, в том числе, да, то есть или какие-то другие должности занимать, но, тем не менее, они также ищут через этот проект возможность продвижения своих собственных идей, инициатив для дальнейшего уже вовлечения в такую общественную политическую жизнь Республики Татарстан. А есть какие-то сумасшедшие люди приходят? Да, конечно, есть такие ребята. Сегодня, ну, не знаю, насколько это, конечно, сумасшедший, можно сказать, но это в любом случае, может, такой молодежный крейзи, когда сегодня пришел тоже на проект человек, который хочет стать президентом Российской Федерации. России, да? Да. И когда мы у него спросили, планируете ли в этом году баллотироваться или в следующем, когда, ну, или в следующей выборной кампании, то он сказал, вот как раз я сейчас пришел, чтобы познакомиться, и в следующем как раз я хочу, я как раз к этому приду, и я считаю себя достойным, да, президента. Вот, хотя мы спросили, может, как бы более какая-то другая должность, но у человека, как бы он сказал, если в политика, то значит президент. Ну, он имеет право на это, да? Абсолютно, как бы, абсолютно, как и любой другой человек. А насколько это не шутка была? Это была не шутка. Вот. И тут надо понимать, чтобы амбиции, конечно, они всегда были очень здравые, они были взвешенные. Потому что, когда вот мы даже задали вопрос, в принципе, ну, то есть, даже если человек себе ставит такую амбициозную цель, то он уже должен сейчас понимать, какие у него есть, возможно, программы, то есть, чем он будет идти. И когда мы в том числе даже интересовались, то есть, какие тезисы, например, у вас есть, которые вы хотите поделиться, рассказать, почему именно вот даже вот мы, возможно, члены экспертного совета, должны вот сказать, да,
Uh-huh. Вот, соответственно, за вами мы готовы пойти. Uh-huh. Вот, но, соответственно, человек теряется. И, в принципе, ну, как бы, если даже себе ставить такую цель, то он должен четко уже сейчас конкретно понимать, в каком направлении он будет двигаться дальше, потому что тот кандикап, который вообще создается, который вот платформа, она должна уже создаваться не то чтобы сегодня, а уже вчера. Uh-huh. И это очень важно, чтобы тоже люди понимали, то, что нельзя просто прийти в любую общественную организацию, либо в любой проект и сказать то, что вот там, вот я пришел в лифт, нажимаю кнопку, и, соответственно, меня на самый верхний этаж. Да, нет, такого, конечно, не будет. То есть в любом случае нужно прилагать очень много усилий, в первую очередь для себя, самосовершенствоваться, для того, чтобы дальнейшие вот, идеи, планы или какие-то твои мечты. У многих ребят вообще иллюзии какие-то о том, что вот сейчас они придут, тут, значит, годик что-то поделают, и о, все, депутат. Есть такое? Есть, а из своего вообще, личный пример приведу. После того, когда вот я возглавил организацию, буквально через несколько месяцев пришел обычный студент, который говорит: Динар, вот я хочу вступить в вашу организацию, и, соответственно, у меня вот есть такой запрос, сколько там, даже вот так по-молодежному, нужно потусоваться в вашей организации, сколько месяцев, чтобы стать депутатом Государственной Думы. Ну, нехило, да. Да, то есть мы как бы сказали, 3 месяца, этого вполне достаточно для того, чтобы действительно... Потому что есть реальные ребята, которые приходят, то есть они вот, ну, думают то, что действительно пришел, побывал, и через 3 месяца ты там обязательно депутат, министр или кто-то еще. А вот процент соотношений, вот у ребят, вот что у них сейчас в голове? Они больше хотят, скажем так, идти в сторону движухи, да, в сторону, допустим, саморазвития, или вот что они сейчас больше выбирают? Что у них сейчас, где больше ценности для них? Саморазвитие. Есть очень много людей, которые действительно хотят саморазвиваться над собой, будь то вообще проектное мышление, ораторское искусство или вообще, в принципе, планирование, тайм-менеджмент своего личного времени, потому что большинство людей, конечно, хотят уже обладать конкретными компетенциями для себя, чтобы быть конкурентными на рынке труда, потому что каждый понимает то, что даже знание, возможно, даже теперь не там, не условно, там, русского языка, там, родного для кого-то татарского языка, а уже иностранных языков, английского это уже мало, то есть это действительно мало, нужно знать гораздо больше языков для того, чтобы быть конкурентоспособным. А помимо этого, конечно, люди еще хотят получить не только, например, возможность саморазвиваться в проекте, но у них есть вопрос на реализацию своей идеи. Потому что действительно приходят люди, которые говорят, например, вот условно там, вот есть такая проблема, я готов ее решить. Я предлагаю конкретные пути решения данных проблем, и, соответственно, то есть они вот в этом ищут. А как такового отдельного направления сейчас, которое развивается, конечно, нет. Мы понимаем то, что в любом случае у молодежи есть вопрос на самореализацию, и они пытаются это найти для себя. А правильно я понимаю, что в принципе вот эти 5 лет, если они все 5 лет будут не только учиться, но и заниматься саморазвитием, пробовать везде, это как раз то самое время, где они могут заложить и основу. Ведь учиться это же как бы... Конечно, конечно. Мы должны понимать, вот если вообще говорим о социальных лифтах в целом, что это возможность не только, например, личностного развития, да, то есть, но и возможность для того, чтобы создать условия для себя дальнейшего. Мы понимаем то, что на сегодняшний момент в нашей республике существует много программ, которые позволяют не только, например, на уровне действительно столицы, но именно в районах приходя, когда есть разные программы, которые позволяют тебе, переезжая в район, возможно, не только получить трудоустройство, но и в том числе жилье. Вот есть конкурс, который... Серьезно? Да. Есть много разных конкурсов. И вот, например, один из таких титульных конкурсов, который проводит Лига студентов при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту, это конкурс на получение квартир по социальной ипотеке. И, например, это же очень круто. То есть, если ты, например, студент, поступил на первый курс, и помимо там того, то, что ты в конце получаешь диплом о высшем образовании, то ты еще получаешь квартиру. Потому что это возможность тебе на протяжении всей студенческой твоей деятельности заниматься активной общественной деятельностью, формировать свое портфолио, участвуя в разных мероприятиях, да, то есть, соответственно, у тебя есть такая возможность, и на конкурсной основе ты можешь получить право выиграть квартиру, соответственно, на условиях социальной ипотеки на сегодняшний день, и, соответственно, уже решить вопрос, возможно, не только получения образования, трудоустройства, но и в том числе своего жилья. Если, например, там тебе 21-22 года, и ты уже понимаешь, что ты к этому времени и этот вопрос для себя закрыл, то, конечно, ты понимаешь, что действительно ты молодец, ты готов развиваться дальше к каким-то другим более глобальным задачам. Вот в связи с этим возникает вопрос, а какой процент молодежи в принципе выбирает этот путь, сколько их сейчас всего и сколько вот ежегодно вовлекается в это молодежное движение? Ну, если, например, рассматривать студенчество, это с той аудиторией, которой вот мы работаем, учитывая то, что в Республике Татарстан их более 250 тысяч, это студентов высших учебных заведений, а студентов СУЗов порядка 100 тысяч, то мы понимаем, что в любом случае общественная деятельность интересуется порядка 10
там 15-20%, то есть это те люди, которые действительно хотят быть, состоять будь то в студенческих советах, каких-то еще организациях, либо в общественных объединениях. Вот. То, что в любом случае, конечно, большинство процентов студенчества, они, конечно, выбирают вуз для учебы, потому что они хотят получить определенные знания, чтобы потом найти себе работу по профессии. А есть какие-то механизмы вовлечения людей вот именно вот сюда? Потому что, в принципе... Конечно, конечно. Механизмов их на самом деле достаточно много, начиная, возможно, даже от встречи с первокурсниками, когда тебе рассказывают о том, что вообще, в принципе, есть в ВУЗе, в республике, в Казани. Различные программы, будь то творческие, там студенческая весна, когда у тебя, в принципе, есть возможность через творчество познакомиться, узнать, возможность представлять потом республику на всероссийском уровне в том числе. И, конечно, когда человек понимает то, что благодаря тому, то, что все лидеры студенческого самоуправления, в том числе, входят в Лигу студентов, и они получают информацию о всех мероприятиях, которые проходят в Республике Татарстан, и они начинают уже быть трансляторами для своего студенчества. И люди понимают то, что сейчас, возможно, даже этого иногда и не нужно, потому что есть социальные сети, куда ты можешь зайти, ввести свой запрос и получить на него ответ. И ты действительно понимаешь, что эта информация, она лежит, но, возможно, действительно надо искать разные механизмы, потому что то, что даже иногда есть в социальных сетях, молодежь не видит, потому что она, возможно, подписана на другие ресурсы, и они должны, как бы, ну, эта информация должна быть до них доступней. И в этом, конечно, мы понимаем то, что есть куда стремиться. Вот в практике социальных, то есть лифт сам по себе, он едет не только наверх, но едет вниз. Да? Есть какие-то вот истории или примеры, когда вот он успешно поехал наверх, успешно съездил вниз? Конечно, такие примеры тоже бывают, когда выпускники тех или иных проектов, то есть, ну, как бы, вот он пришел, либо другая общественная организация, он понимает то, что, в принципе, вот я вроде поучаствовал, я такой классный, а куда дальше, да, например. Или, возможно, то есть он, например, ну, с другими ценностями пришел, и он понимает то, что вот он стал победителем, он получил это, но ему этого недостаточно, да, то есть. Или люди, которые прекращают работать над собой, это тоже важно понимать, потому что неважно, победил ты один раз, да, то есть это, конечно, важно всегда себе доказывать в разных, в любом случае, моментах, и любые, например, должности или какие-то вещи, это все равно на определенный временный срок. И, например, тоже вот моя должность, она там на 2 года, да, мне дается. И никто через 2 года, придя там на любую конференцию, я скажу, вот, Динар, я такой классный, выберите меня. Нет, конечно, никто так не сделает. То есть я должен каждый день доказывать своей работой и результатами, чтобы действительно сказали, ну да, в принципе, вроде справляется, давайте дадим ему шанс. И поэтому, конечно, если ты перестаешь работать после того, как выиграл, потому что, например, даже победив там студенте года, став лучшим студентом, то ты, конечно, должен поддерживать этот статус в течение года. Потому что победа, это, конечно, безусловно важно, но, тем не менее, работа над собой в дальнейшем, она, безусловно, здесь важна. Вот. Но также есть, конечно, люди, которые и дальше продвигаются, не останавливаются на том, то, что они здесь получили. И вот есть тоже вот разный прецедент, когда ты получил стажировку в прохождении, то есть ты получаешь трудоустройство, и люди уже дальше развиваются в этом направлении. То есть они уже не просто становятся там управленцами, они не только становятся уже сотрудниками, они становятся уже управленцами. И то есть потому что, ну, вот их карьерный лифт, он продвигается дальше. Вот эти все проекты, которые вы называли, они, в принципе, все молодые, они только-только вновь созданы, там, год или два. Вот когда ждать первых всходов от этих проектов? Когда ждать уже первых каких-то результатов? Везде по-разному. Вот, ну, большинство программ, конечно, в нашей республике давно существует. Есть некоторые проекты, которые только сейчас зарождаются, а есть проекты, которые уже там более 5-10 лет существуют в нашей республике. Есть вообще люди, которые, например, могут здесь сейчас себя проявить и показать. И вот, например, даже когда вот по нашим проектам, которые мы делаем, когда у тебя есть возможность, например, напрямую там либо с депутатом Государственной Думы, либо Государственного Совета увидеть, будучи, когда он станет экспертом, выступить, и ребят подмечают, они говорят, вот классный парень был у вас, можете мне как бы вот анкеты дать, потому что как бы я как раз себе там еще помощника подбираю, вот, и, соответственно, понимаю то, что есть запрос, и увидели классных ребят, он просто выступил, он сказал свои идеи, свои мысли по видению, возможно, какой-то конкретной ситуации или по решению какой-то проблемы, и, соответственно, он уже получает возможность вот этого. И есть возможности, конечно, как бы дальше в том числе развиваться, не только вот здесь сейчас, но и, конечно, в дальнейшем. То есть изучая, и развиваться есть возможность дальше. Отлично. То есть, в принципе, вот так, если подводя, скажем так, очень кратко резюме, да, что в целом важно, то есть что должны запомнить люди? Вот за сегодняшний эфир, о том, что, наверное, социальный лифт, то есть это реально самый первый, да? Да, я здесь согласен. Конечно, это абсолютно реально. А возможно, есть какие-то вещи, которые покажутся в том числе банальными с точки зрения, нужно делать первый шаг или какие-то еще вещи, но без этого действительно никаких достижений, успехов не бывает. Конечно, эти социальные лифты есть. И, безусловно, нужно понимать то, что эти лифты работают для всех и для каждого, и нет каких-то там ограничений, вот только они могут или только другие могут. Конечно, они изначально, двери открыты всегда для всех.
И важно понимать то, что в любом случае нужно всегда работать себе самому, потому что если ты пришел, ты говоришь, вот я просто вот такой классный, возьмите меня, то, конечно, в конкурентной среде ты не справишься, потому что будут люди, которые класснее тебя, которые еще скажут, а вот у меня, я помимо классного, у меня есть еще вот это, вот это, вот это, вот это. И, конечно, ты должен понимать, если ты даже в любой проект или в любую организацию вступаешь, ты, конечно, адаптируешься, ты смотришь, но со временем ты действительно должен понимать о том, то, что у тебя должны быть определенные амбиции, идеи, конкретное предложение, которое можно сделать так и, соответственно, уже изменить. И вот благодаря, на самом деле, таким идеям, в том числе вот в нашей республике появилась и программа социальной ипотеки, потому что это студенчество в определенный момент решило и сказало, то, что мы хотим, да, то есть, чтобы вот именно для студенчества появилась такая программа. Проездной, который в том числе как такового, вот через Лигу студентов тоже транспортный грант есть возможность получить. То есть как раз-таки вот возможность, именно когда люди приходят, конструктивно предлагают пути решения, они получают такую возможность. Динар, спасибо большое, что пришли в нашу программу. Будем рады видеть вас снова. До свидания. Спасибо большое, Динар. Спасибо. Это была программа «Актуальный разговор». И помните, неважно, на каком этаже вы находитесь, главное, выбирайте верхний этаж. До встречи.